Так, куда теперь мы отправимся? Так, вот поедем сюда. Уровень врага. Горная крепость. Я здесь был. Метеорит. Где-то там глухнет. Пал. Включен режим ожидания. Казалось, что что-то лежит. Цены. Казалось. Системы активируются. Судьба тебе улыбнулась, мой чумазый пилот. Давай с ним гонку. Сам я. Погнали. Убирайся с моей дороги. Оба за нос. По запчасти какие-то получил. Транспорт, посмотрим. Да, одну то запчасть получил. Нормально.
Опа, на скорости. Опять на скорости. Круто. Так, стоп, 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 назад. Вот это вот что такое за база. Ой, Вася, я перегреваюсь. Я момент обслуживания. Прошу подождать. Ну вот. Три контейнера каких-то здесь. Нужно, да, три контейнера, да. Ага, вот уже один нашел. Второй нашел. Патрон для дробовика. Третий контейнер все нашел. Локацию прошел. Системы активируются. Еще одно бандитское логово. Так, а здесь что у нас? Хмырей уничтожить всех. Сундук, контейнер, датапады, да какие-то. Слушай, Лили. Я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну привыкай, это тебе не Винланд. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Дальше сам включен пошел. Режим ожидания. Ну, приехали. Ты заразу. Давай.
За лестницей наверх. Сейчас мы слазим, узнаем. Нихера их тупо. Отходим, отходим. Так, пара на дробовике, на дробовик переходи. Всех хмырей уничтожил. Допад надо найти, контейнер 5 штук, вот вижу. Еще один контейнер. Здесь я точно... Ага, упустил. Хорошо, что я зашел. Так, здесь нету. Здесь нет ничего. Здесь тоже нет ничего.
Так. Попробуем поверху искать. Не проканает, ладно. Вот еще один нашел. Еще где-то один и что-то такой допад какой-то непонятный, не понял, что такое допады. Если кто знает, напишите в комментариях, буду благодарен. Что такое допады? С высоты упал. Так. Короче, не могу найти еще один ящик, не могу понять, что такое допады. Журнал. Так, горная крепость. Журнал. Вот. Ничего подробного не написано тоже.
Не, нет ничего. Интересно. Походу я не найду. Ну ладно, что, сейчас еще раз попробую. Если нет, то нет. Эти два. Это ящичек, еще один сундучок. И допады какие-то. Где-то есть, а я вот не знаю где. А, вот до датапады. А, нашел датапады, оказывается. Охренеть. Спустя столько поисков. Так, ладно. А ящичек еще один. Контейнер еще один. Я ничего-то не... Не нахожу. Не взрывается, понял? Ну и ладно, хер с ним. Хер с ним. Погнали в другую локацию. Так, вот теперь сюда съездим. Системы активируются. Погнали. Обрыв там, блин, можно улететь. Какой-то. А, кто-то горит просто. Мотоцикл, походу, максимум.
И вот мы на месте. Что у нас здесь? Понял, мутанты. Желаю удачи. Спасибо. Вижу какое-то жилье. Огромное логово. Ну, если реально огромное, действуй осторожно. Спасибо. Вероятно, перед тобой жилище одного из великанов. Умер. Проклятый метельщик. Мусорка стоит. Ага, вот он. Так. Так, а где сам великан? Первый ящик есть. Я, наверное, дробовик оставлю для великана. Хотя... Ё-моё, фух. Я думал, сейчас, а может... Интересно, второй прыжок он откуда? С воздуха отталкивается? Оп-оп-оп, собираем все. Споры мутанта. О, ящичек можно открыть. Не, нет никаких заначек.
Infiltrip. Так, ладно, погнали. Погнали дальше. Пропасть. А, нет, не пропасть. Там вода снизу. Я, наверное, отсюда потом уходить буду через эту дверь. Какой зараза. Вовы прыгуны, блин. Можно это собрать. Ретрит. Еще один контейнер нашел. Сейчас посмотрим. Спускаемся по лестнице вниз. Что здесь? Ох ты, привет, дядь. Я его завалил. Огромный мутант. Авадона убит. Отлично. Иногда большие мутанты становятся слишком умными. Начинают бродить и нападать на всех подряд. Лучше разобраться с ними, пока не поздно. Все, уезжаем. Oh.
Отнести железу кибердоктору. Отнесем. Еще последний контейнер остался. Уокер, слушай, мы же встретимся с мэром Лузам. Встретимся. Все, здесь тоже миссию прошел. Все, так, и вот сюда вот. Активируется. Где сторожевая башня? Сторожевая башня, а это так. А, миссия выполнена. Я здесь миссию прошел, да. Сторожевую башню. Говорливый Гарсия, торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаишь, кто ты? Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить твои лоты. А, пожалуйста. Купить. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится. Все.
Угу. Все. Системы активируются. Еще одно бандитское логово. Желаю удачи. Ну, приехали. Системы активируются. Скорее, Уокер. Если там сколько народу. Народище, да. А, ты вот они сами притягиваются, круто.
ящик лежит. Ящик остался. Модификация оружия. Теперь занимаемся поисками ящичков. Филтрит. Так. Как тачки стоят прям на обрыве. Мастер парковки кто-то там. Короче, слушай сюда, слизнявка. Шахту мы забираем. Да, говноежка, это мир хмырей, и нас никто не остановит. Думаешь, тебе хватит смелости ее отбить, а? Серьезно? Как знаешь, мы-то не прочь пострелять по мишеням. Слушай меня, золотце! У нас теперь есть дружки покруче и пушки побольше! Мы теперь большие и злые хмыри, так что ешь свой сэндвич с говном и смотри, не обляпайся! Так, еще один сундук, ковчег и два контейнера. Где это все может быть, я не представляю. Вот там. Посмотрим.
все боеприпасы полные, все заряжено. По максимуму. Ладно, что, возвращаемся, наверное. Надо на базу, наверное, ехать. Поеду на базу. Вчера себе краны стоят. Здесь я тоже все выполнил. И вот мы на месте.